Всем доброго времени суток. У нас очередные посылочки с сайта AliExpress. Их тут у нас 5 штучек. Сейчас быстренько откроем, посмотрим. Не забываем подписаться, поставить лайки. Все, вскрываем первую посылочку. Аккуратненько вскрываем. Что тут у нас такое вот? Какая пудра. Как раз тут какая-то у нас пудричка, пудра. Что за пудра, честно говоря, не знаю. Чем это такое? Косметика. Ну, косметика, и вот, ну, не знаю, что сказать. Такая вот косметика. Давай. Открываем следующую. Ничего больше сказать, зато не могу. Аккуратненько открываем. Тут у нас мышка. Беспроводная мышка стоимостью 2 доллара. Так, здесь у нас вот такие вот. Ну, в принципе, ничего такого сверх. Ставим мышечку. Беспроводная. Такая вот у нас мышка. Так, следующая. Посылочка. Следующая посылка у нас тут для монет. Альбом для монет. Сейчас быстренько откроем. Вот такое вот все целенькое, красивенькое. Вроде надежненькое. Так, в принципе, больше ничего такого сказать не можем. Следующая посылочка. А, следующие посылочки пришли детские смарт-часы. Заказали у меня. Так, это у нас тут всякая макулатурка, наклейки детские. И вот сами смарт-часики. Розовые смарт-часы. Это меня попросили заказать. Подарок на Новый год. Сейчас мы проверим, или включится. О, смарт-часы включились. Так, батарейка, в принципе, разряженная. Все, показывает. Синхронизируется в специальной программке. Так, руководство на русском языке. Уже раз в этого продавца заказывал. Все работает отлично. Настроили. Приложение работает. Комплектация стандартная. Шнурочек. И там маленькая отверточка. Так, ну, в принципе, все. Часики красивенькие, качество отличное. Так, смотрим последнюю нашу, пятую посылочку. Так, и здесь у нас всякая помада. Помада. Что самое интересное, одна отдельно. Две запакованы, может, одна в подарок, не знаю. Сейчас мы быстренько посмотрим. Вот. Сейчас наши дамы оценят, что за помады. Аккуратненько, потому что на заказ. Все разные. На заказ заказывали. Вообще запечатано. Немножечко. Так, вот открыли первую. Карандаш, помада и контур. Такие не закрыли? Нет, это не могу. Да, ага, значит, это карандаш. А это не открывай все. Не открывайте. Все. Такие вот тут карандаши это под заказ шли. Меня попросили заказать стоимостью. Стоимостью они там были, по-моему, доллар. Доллар и 5. Вот такие вот карандаши. Говорили мне, что у нас намного дороже. Здесь небольшой мануальчик внутри. Наверное, на китайском. Сейчас быстренько посмотрим. Да, вообще это на каком-то турецком. Языке. Чи израильском, чи турецком какой-то. Вот нарисовано, что мазать на губы, чтобы не перепутать. Так, ну, в принципе, ага. Есть еще и на английском, да? Да, вот на английском есть.
Здесь. Вот просто с этой стороны. А, с обратной. Вот и мануальчик, если на английском. Угу, да, там это. Так, ну что ж. Так, и быстренько мы разобрались с этим ссылками. Это у нас, оказывается, золотая маска для лица. Как она мажется, честно, даже не представляю понятия. Стоимость она у нас 0,65 центов. Это очень дешево, мне сказали. Такие вот две масочки. То есть продавец, вот это вот продавец поклал, оказывается, не подарок. Это все 4 штучки, я посмотрел, заказывали. Качество мы проверили отличное. Запаха плохих нету. Все, в принципе, больше ничего такого сказать не можем. Это у нас подарочки. Наклеечки. Так, ну что ж, на этом закончим видео. До новых встреч. Всем пока.